Чем могу помочь?
Меня. Вот она, воплощенная элегантность. Глянь координаты и лети ко мне. И, пожалуйста, не врезайся никуда. Заказчик очень придирчивый.
Ты наемница от Бога, вот что я скажу. Спасибо за помощь, Ви. Дальше все организует мой Чумба. Небольшое вознаграждение уже тебя дожидается. Thank you.
Ваше Высочество, я к вам с королевским заказом. От вас требуется отложить дела и уделить ему все свое внимание. Что мне нужно делать? Удостойте меня личной аудиенции. Я буду ждать на дамбе в Санто-Доминго. Oh!
артиллерии. Смотри, что я там. Доминго. Вас понял.
Запрашиваю подкрепление. Диспетчер, прием. Код 0 в этом районе. Всем патрулям вернуться на маршрут. Жарко сегодня. Мне нужны услуги Рипера. Ну, тогда давай посмотрим. Ваше Высочество, я к вам с королевским заказом. От вас требуется отложить дела и уделить ему все свое внимание. Что мне нужно делать? Удостойте меня личной аудиенции. Я буду ждать на дамбе в Санто-Доминго. Thank you.
Ищу, какое оружие прикупить. Можешь больше не искать, у меня есть все. Подожди, мы еще не закончили. Как бизнес? Не жалуюсь. Народ в Найт-Сити скорее сэкономит на еде, чем на оружии. Подожди, мы еще не закончили. У тебя ведь есть еда. Дай мне. Ха.
хватит ссать, Муаммар, все у нас получится. Эй, Ви, смотри, не налажай в порту. Упрямый осел, помнишь Даниэлса? Он должен был помогать тебе с делом. Нет, для меня все капы на одно лицо. Ну, Даниэлс, он подъехал, когда мы болтали у мастерской. Потом еще забрал машину. А, ладно. Задача следующая. Надо приехать на площадь корпорации в доке Арасаки и угнать оттуда грузовик с медоборудованием. Тебя прикроют Даниэлс и его коллеги из полиции. Они будут переодеты в портовых рабочих. Езжай туда. Даниэлс тебе позвонит. И никаких тебе, Ваше Величество. Если так пойдет, этот клоун и на скрижку запишется. Хорошо. Это все? Угу. Если прокатит, у малышни из Сандома детство будет получше, чем у меня. Иди уже. Мне надо покурить и побыть одному. Господи, что же мне это напоминает? Он только говорит, что хочет побыть один, а сам мечтает услышать. Муаммар, что у тебя случилось? Мне что, еще эмпатии тебя учить? Чувак жаждет излить тебе душу, просто не хочет навязываться. Муаммар, что с тобой? Ты какой-то серьезный. Шутнику Эль-Капитану тоже нужно отдыхать. Он вернется, не бойся. Ты знала, что я вырос тут. Даниэлс, кстати, тоже. В ёбаном Санто-Доминго. И знаешь, чего мы в детстве больше всего боялись? Бант. Шальной пули? Это да, но я сейчас про другой бытовой страх. Больше всего мы боялись воды. Фильтры иногда отказывали, каждый глоток мог сломать твою жизнь. Мои друзья болели раком, страдали от деформации суставов. Просто потому, что пили эту ёбаную воду. В этих домах каждый день, год за годом. Сука, я уверен, что это все Арасака. Заводы Арасаки пропитывали нашу землю ядом слуго. Мы долго не подозревали, во что превратились грунтовые воды. Я же говорил. Медоборудование Арасаки как-то поможет больным. Облегчит их страдания, да, но самое главное, люди поймут, что кому-то на них не наплевать. Может, даже наконец почувствуют что-то, кроме страха. Это оправданная кража. В таком вот ебанутом мире мы живем, Ви. Ладно, тебе пора. Не подведи нас. Не подведу.
Внимание патрулям. Новое сообщение о подозрительной активности. Обнаружен транспорт подозреваемый. Сведения разосланы. Внимание! Подозреваемое замечено в этом районе. Всем нарядам в Санто-Доминго. Совершено преступление. Вас понял. Жду координаты. Смотри, всем патрулям. Ты нашла подозреваемое порт. Все еще в районе. Помнишь, что делать дальше? Хватит хамить. Дениелс, давай к делу. Тут везде охрана. Найди грузовик с логотипом Arasaki. У тебя есть фото, надеюсь, не обознаешься. Когда сядешь за руль, мы обрубим им связь. Сможешь уехать до того, как они вызовут подкрепление. Главное для нас — вывести оборудование. Не поломай ничего. Не забудь про план. Думай головой короче. Все, давай. Я буду на связи. Профиль. Лишу им стоит.
Нашла грузовик. Ага, хорошо. Жми на газ. Пора уже ее гасить! Блять, они меня отследили. Уматывай отсюда. Быстро, а то они вызовут подмогу.
Вижу, ты выехала из порта. Сосредоточься на дороге. Ты что, меня видишь? С дронов. На них камеры. Что с Денилсом? Неважно. Главное, что ты быстро оттуда выбралась. Избавься от хвоста, прежде чем приезжать. Или перестреляй их. Как же все-таки хорошо, что я к тебе обратился. Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Приехал. Уже хорошо. Супер. Микки, проверь груз и избавься от фуры. Ага. Что с Денилсом? Он тебе звонил. Денилс погиб. Мне жаль. Ты сказал, главное, вывести оборудование. И ты его вывезла. Денилс сказал бы так же. Благодаря тебе мы поможем целой куче людей, а это заслуживает награды. Вон то авто теперь твое. Там рядом еще немного игристого. Я думал, отметим все вместе, когда закончим. Но все равно спасибо, Ви. И тебе спасибо, Эль-Капитан. Береги себя. Есть новости.
снарядом в Санто-Доминго. Совершено преступление. Вас понял. Жду координаты. Все прошло нормально. Тогда гони. Координаты я переслал. Как же все-таки хорошо, что я к тебе обратился. Всем остальным займется мой человек. Твоя награда уже ждет. Главное, не трать все на черные верты и трещатки.
Всем патрулям поступило сообщение о преступлении в Уотсоне. Вас понял. Наверное, опять какой-то киберпсих, но я разберусь. Кстати, слышно что-нибудь про оплату переработок? Прием! Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Давно хочу из интереса взять и потратить тонну Эдди на шматьё. Тогда вы по адресу. Добро пожаловать в Джингуджи, оазис хорошего вкуса для настоящих эстетов. Джингуджи? Удачно я зашла. Это же тут одевается Джиллиан Джордан. Не в моих правилах трепаться о клиентах, но если скажу нет, это ведь будет ложь. Хочу сменить стиль.
куда спешишь? Наслаждайся жизнью. Мы знакомы? Садись. Внимание всем жителям Грязевого города. Стелла, что-то не так? Ложись. Люди акробата могут нас увидеть. Может, просто перегнать тачку. Разложить сиденье вряд ли покатит. Слушай, это очень серьезно. Акробата окружают очень опасные люди. Как скажешь. Моему жениху Биллу и его другу Чарли нужна твоя помощь. Они застряли в доме через дорогу. Хэнс сказал, они оба полицейские. И оба идиоты. Они периодически берут подработку. В этот раз у них планировалась сделка с акробатом, но, конечно же, что-то пошло не так. Билл позвонил мне, сказал, что у нас жопа, и если я кого-нибудь не пришлю, акробат сделает им вентиляцию в черепе. Почему ты так боишься акробата? Он продает наркоту с благословения Хансена. Полностью отбитый чувак. Бежал в Пьюси город, чтобы не сесть. Большая просьба. Не убивай людей акробата. Это ухудшит ситуацию в 100 раз. Возьми эту карту доступа. Акробат занял заброшенный полицейский участок. Замки до сих пор не сменили, поэтому карта все еще работает. Вот они, плюсы технологического отставания полиции. Помоги им, ладно? Матерь Божья! Food continues to be a major cause of
работающий? Чего он так долго? Ну-ка, откуда знать? Еще час назад должен был приехать. А вот не приехал. Что я за чара? Он же справа переключается. Нажимай его. Справа от меня или от тебя? Есть тут кто? От меня. Кто там? А ты кто? Чарли или Билл? Чарли. Слава богу, значит, Стелла все-таки позвала Фобу. Ладно, давай попробуем. Ее хер откроешь. Можешь помочь. Давай же. Ух. Ёбаный в рот. Ага. Как вообще? Все нормально. Это не моя кровь. Что случилось? Ну, можешь сама посмотреть. Пойдем. Господи. Это Билл. Здрасте. Стелла была права. Жопа — это еще мягко сказано. Нам очень нужна помощь.
Да уж, вижу. Мы его не убивали, клянусь. Ну-ну. Два окровавленных чувака стоят рядом с выпотрошенным телом. Кто же убийца? На этот вопрос может ответить только опытный детектив. Давай расскажи ей про свою гениальную идею. Мою идею. Это ты решил на окровавленном... Все было под контролем, пока ты не выложил пакет с наркотой прямо перед этим торчком. Откуда мне было знать, что он его проглотит? Поподробнее о наркоте. Рассказывай. Нет, ты. Как вы заебали. В общем, было так. Этот чумба спер товар у акробата и рванул в Найт-Сити. Акробат объявил, что заплатит тому, кто стукнет вора и вернет наркоту. Мы его приняли на обычной проверке документов. Нашли 200 грамм синтакокса, надели наручники и привезли его сюда. Тупо повезло. Он проглотил 200 грамм. Это вообще как? В общем, сидим мы, ждем акробата, и тут Билл просто кидает пакет на стол. Этот хер вскакивает, орет что-то типа «смерть копам» и запихивает пакет себе в рот. Я думал, у него имплант пищевода. Такая большая, широкая... Ага, как у твоей мамки. Что за хуйню ты несешь, Билл? Зачем он это сделал? Бред какой-то. Да хер его знает. Вряд ли он взвесил все за и против. Потом, видимо, пакет порвался. Когда у чувака пошла пена изо рта и начался припадок, мы запаниковали. Этот барон сожрал десятки тысяч эдди. Что мы должны были радоваться? Если пакет уже порвался, какой смысл играть в хирургов? Мы немного растерялись. Со всеми бывает. Оно все просто. Растворилось. Акробат нас пристрелит. То есть вы нашли вора, укравшего его дурь. Только вора больше нет, как и дури. Ну да, типа того. Помоги нам выбраться отсюда. Ну, тогда идемте. Погоди минуту. Мы на патрульной машине приехали. Надо бы на ней и уехать. Просто потрясающе. И где она? На парковке. Тогда идем на парковку. Поздравляю, Ви. Теперь ты официально в высшей лиге. В высшей лиге долбоебов. Спасибо за поддержку, Джонни. Стелла меня убьет, если узнает про все это. Я прямо уверен. Знаешь, что тебе надо сделать? Что? Собрать яйца в кулак. А ты типа никого не боишься, да? Что ж ты тогда перед капитаном вечно мямлишь? Ничего я не мямлю. Нас тут водили раньше. Какой там код был? 2893? 2983? Они вводили 2893, я сам видел. Ну-ка. Не подошло. Ха. 2983. Я же говорил. Осторожно, тут человек отработал. Ты меня достал, а? Смотри, только не убивай никого. Еще этого нам не хватало. Черт, еще дверь. Тоже закрыта. Опять? Вы прикалываетесь? А мы в чем виноваты? Тут, наверное, где-то рядом переключатель. Мы будем богаты, Билл. Я все продумал, Билл. Все пройдет как по маслу, Билл. Заткнись, Билл. Не хочешь ехать в Пасифику? Ты что засал, Билл? Больших денег боишься? Это не я решил, что подъехать на какую одиноку лежать в кармане.
Не знаю, что бы мы без тебя делали. Черт. Максимальная атака цели! Делай что-нибудь. Только не умирай! Я что-то надо забраться мимо них. Выберемся отсюда. Уволюсь и открою ларек с картофелем. На сосисках-то миллионы зарабатывают. Иди нахер, Чарли. Просто нахер. Угомонись. Надо ехать отсюда. До машины уже совсем близко. Они у тебя? Ключи. Стой, погоди. Только не говори, что забыл их наверху. Все нашел. Расслабься, Чумба. Акробат, блядь. Надо же, какую встречу мне организовали, и идти никуда не надо. Здравствуйте, друзья мои, я не слишком рано. Мы можем все объяснить. Тихо, мне о тебе не сообщали. Что ты тут делаешь? Эти двое наняли меня помочь. Я бы на их месте... Ну все, ты отрубаешься. Можете выходить. Акробат мертв. Уже все. Ага. Садитесь в машину и газуйте отсюда. Надеюсь, уж с этим вы справитесь. Спасибо. Ну, мы едем или как? Ага. Еще раз спасибо. Ну все, я тогда сообщу, что мы вернулись. Подожди, я сначала Стелле позвоню. Давай. Ну что, Ви, расскажешь, что на этот раз случилось у полиции? Тебе самому не насрать, что случается у полиции. Вижу, ты не в духе. Ладно, обойдусь без подробностей. Хватит и того, что заказчица довольна. Закрываю заказ. Сообщают о происшествии в Пасифике. Есть свободные машины? Можем выехать, но потребуется подкрепление. Диспетчер, как слышно? Да что ж такое-то?
что, готово. Отлично, я отправил адрес, куда надо ехать. А теперь гони сюда со всей дури. У меня сроки горят. Избавься от хвоста, Ю. Мне все равно как. Совершено преступление в Санто-Доминго. Повторяю, совершено преступление в Санто-Доминго. 5.21 на связи. Извиняюсь, надо было отлить. Уже в пути. Код 0. Повторяю, код 0 в этом районе. Все патрули вернутся на маршрут. К патрулированию. Ставлю тебе удовлетворительно. Перед следующим заказом поработай над ошибками. Спасибо за помощь, Ви. Дальше все организует мой чумба. Mm-hmm.